С кэшбэк-сервисом Leti Shops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку как обычно. Вывести деньги можно любым удобным способом. Ссылка в описании. Фото-то надо сделать с чем? Фото. 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 Что-то какая-то некрасивая. Вот так нормально? Нормально. Как ты думаешь, получилось? Запись уже идет. А, серьезно? Всем привет! Вы на канале Физрук Палыч, и сегодня у нас долгожданная распаковка. Даже Бонечка радуется. Да. Все, кто ждал эту рубрику, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее. Будто бы что-то вкусное было. Мы покажем вам все наши покупки, подарки, все, что за последние там 2 недели, наверное. 12 лет. Мы получили. Ну, приступай, Палыч. Давай с твоего начнем. Заказа с AliExpress. Да, он пришел. Я его буквально 3 минуты назад раскрыл. Я не знаю, зачем мне это нужно. Мне такие вещи не идут, но я почему-то захотел. Просто не тратить время на разрезание. Ба-бам! Ну, доставай быстрее. Ба-бам! Разворачивай, показывай, что это. Это? Шапочка наркомана. Бейсболка без козырька? Да, бейсболка. А как она называется? Она называется... Будем смотреть, она нравится. Она называется бейсболочка, еще бы ей. Она может пропитана. Будем? Что-то говорит собака. Слушай, она может реально пропитанная. Да, Будем. Види, радостная. Радость. Короче, вот такая. Я заказал бордовый цвет. У меня такой никогда в жизни не было. Вот здесь, кстати, можно делать закладки. Там деньги прятать, там, я не знаю. Там что-нибудь там. Ну вообще, свисток. Как бы. Да, свисточек, я же физручек. То есть можно носить вот так, можно носить вот так. Как бы я ни надел, мне все равно не идет. Нормально, пусть у нас будет. Но все равно. Пусть будет. Поэтому это. От солнца, а я надеюсь, оно будет когда-нибудь. Ну, весна же уже. Не нагреет мою от многих лет поредевшую. Я тебе еще там заказик сделала. То, что у тебя постоянно летит. То есть ты говоришь, Надя, поменяй мне вот эту штучку. Угадайте, что это? Ты про сердце? Нет. Ты про душу? Я вот про эту штучку, это тоже с AliExpress. Это, здесь нужны ножницы были. Я, кстати, не вскрывала еще. Заказ подтвердила, но не вскрывала, понимаешь? Спор уже не откроешь, наверное. Нет. Спор ты открыть можешь всегда. Да. Здесь в наборе 2 стекла. Это салфеточки для наклеивания, стикеры для наклеивания тоже. Стекол. Стекла защитные для телефонов своих у нас к Xiaomi. Mi 8 у обоих. Nokia 3310. Мы заказываем на AliExpress. Стоят они там порядка 100 рублей, наверное. Я уже не помню теперь. То есть вот 2 стекла. В целости вроде как дошли. Потому что, видите, они упакованы хорошо. Ну, вот не достану. Ну, не доставай, то я вот это достану. Да, целое. Мне как-то приходило, что одно, кстати, не целое было. Ну, с учетом их стоимости, что даже одно стекло. Кстати, очень полезная вещь, как бы у меня они постоянно разбиваются, летят. Если бы их не было, у меня бы телефон уже хана пришла. Нет, ну я единственное, уже 3 или 4 стекла менял, на самом деле. Если, наверное, вниз упадет, то спасет как-то. Не знаю, но мы используем стекла. Не Напишите знаю. В комментариях, вы пользуетесь защитными стеклами на свои смартфоны? Меня спасает, вернее, спасала. А зачем камеру сейчас подвинула? Я случайно. Простите. Случайно? Простите, пожалуйста, простите. Я полчаса выставляла ракурс, чтобы нас было хоть как-то видно, а теперь он случайно просто нас взял. Нас видно. Ты кто нас у нас? Видно. Все правильно. Так, следующие у нас тут вот идут подарочки.
Теперь подарочки. Восьмимартовские подарочки. Это уже для меня. Тебе не дам. Это мне сделала подарок моя сестра со своим бойфрендом. В общем... Бойфренд, Саня, ты бойфренд. Да. Ты вот теперь это... не Саня, ты бойфренд. Аппарат для микротоков, то есть для микротоковой терапии, подходит для использования как в домашних условиях, так и в профессиональных центрах красоты. Работает от двух батареек. В комплект они не входят. От двух до четырех часов. Можно использовать аккумуляторные батареи. Инструкция, гарантия, все на русском языке. Посмотрите, какая красота. Вот. 5 уровней здесь. Да, 5 уровней силы тока. Скажу вам, я попробовала сегодня утром на однерочке. Какая ты молодая. Тройку, двойку еще так терпимо было в области подбородка. Тройку я просто не выдержала. То есть должно быть легкое покалывание, на однерке этого достаточно. Все хочу вам сказать, вот это вот все фирма. Это делается на гель, а не на сухую кожу. Да, вот сестра мне как раз дала гель попробовать, заказывала тоже где-то, не знаю. Попробовала, надо будет себе такой же потом заказать. Лена, напиши там в комментариях, где ты покупала. Или Саша может покупал, я не знаю. Там, не надо, нету Саши, есть бойфренд. Вот, в общем, вот такая классная вещь для микротоковой процедур, да, терапии. Ну, я первый раз использовала, я не делала никогда в салонах. Написано, что там прям мгновенный эффект. Да ты просто мгновенно подтянулось лицо у меня. Конечно. Процедуры делаются не будет через 3-4 дня, то есть пару раз в неделю, 6-10 процедур. То есть вы через 10 дней я должна быть вообще прям на 20 лет выглядеть. Есть на вещи, которые отвисают, поэтому я тоже притяну, когда Надюха на работе будет. Я хочу на это посмотреть просто. Она не увидит, и вы не увидите. Нет, если не надо, я поснимаю, но как бы, ну, это очень печально. Следующий заказ, это заказ с Wildberries. С Wildberries? Да, доставай. Сразу или по очереди? По очереди. Великолепный пакет с Wildberries. Достань сначала сахар. Спасибо. Достань сначала сахар, Сережа достал сахар. А вот это вот гель у нас. А что он был выше? Сахар. Может, есть сахар? Нет. Сейчас я все распакую и покажу вам. Видите, как хорошо упакован. Ничего нигде не пролилось. А, это гель для ультразвуковой чистки лица. Я вообще его заказала не для вот этого аппарата, но думаю, что он и для этого тоже это подойдет. Это тоже тот же гель? Нет, это другой гель. Этот именно с лифтинг-эффектом там какой-то вот такой. А это просто проводящий гель для ультразвуковой чистки. У меня есть аппарат, сейчас я вам его достану, для ультразвуковой, вот смотрите на гель. Тут ничего. Большой объем, 300 грамм. Стоит что-то совсем за недорого. Я на Wildberries покупала. Ну, потому что я его заказала и никому еще не показала. Пришел он давно уже. Мне не показал. Да, у меня в Инстаграм даже где-то есть обзорчик на него. Я так хотел сделать ультразвуковую чистку. Да? Ладно, я сюда тоже закину такой небольшой обзорчик на него, там буквально минутный, на YouTube-канале. Он будет где-нибудь. Поищите. Это что такое? В общем, вот такой аппарат для ультразвуковой чистки лица. Да. Суперский. Мне нравится. Действительно очищает. Единственное, я делала всегда чистку по тонику. Ну, то есть водичка тонизирующая у меня. Это Новосвит витамины для лица. Я самую дешевую всегда использую. Хорошо. Вот хочу попробовать по гелю, как он будет чистить. По отзывам, вот этот гель вообще очень хороший. Как на практике будет? Ничего сказать не могу, обязательно попробую. Обязательно покажу вам свое лицо. Если что, пишите в комментариях, я вам это обязательно покажу свое лицо. Да, ну что-то пока после первой процедуры лифтинга я не ощутила, не знаю. После первой процедуры лифтинга она не ощутила. Люди по 20 лет возвращают молодость, она после первой хотела ощутить эффект. Молодец. Да, и еще один заказик. Тоже с Wildberries. А, вот он сахар. Да. Это не сахар, это заменитель сахара. Как вы знаете, я периодически сажусь на диету, начинаю худеть к лету. Сейчас самое время худеть. Вот, кстати, упакован, ничего даже не просыпалось.
Выглядит он как хит-парад, ну или как обычный сахар, то же самое. Здесь в баночке 500 грамм. Вот производитель. Ни разу не брала. В 5 раз, даже в 20 раз слаще сахара написано. Вот эти 500 грамм заменяет 10 килограмм сахара. Вот написано, замена 10 килограмм. Я брала для выпечки, ну потому что в кофе я обычно обычные таблетки. Ну, я просто таблетки сахарозаменителя. Можно вот это. Ну, это просто. Ну, сейчас тот я же самый сахарозаменитель. Сахарозаменитель. Та же самая химия, та же самая вредная химия, как все говорят. И вот здесь состав. Шляпа. Подсластитель эритрит, лактулоза и сукралоза. То есть, вот, пищевая ценность. Жиры 0, белки 0, углеводы 0. Калорийность 0. Вот. Угу. То есть, вот. Кекс на рассоле, допустим, я пекла недавно, использовала фит-парад. Фит-парад очень дорогой сахарозаменитель получается. Вот этот стоил меньше 400 рублей. Какая-то акция на него была 500 грамм за 400 рублей. Фит-парад я беру 400 грамм за 700 рублей. То есть чувствуете разницу практически в два раза. Сережа, это не шокер. Не балуйся. Я уже чувствую, я сразу почувствовал невероятное лифтинг, подтягивание. Ну, в общем-то, только вот... Только прикоснулся, молодой. А тебе тоже поделать? А то действительно будешь там делать там, где не надо делать. Старпер, а про что вы подумали? Про что ты подумала? Я подумал, вот. Шея. Про шею. А ты про что подумала? Меня больше нигде не висит. А, еще по бабушке вот здесь. Да. Ай-яй-яй. Все. На этой такой позитивной ноте мы прощаемся с вами. Мы вас любим. Пишите, что вам нравится, что вам не нравится, что поснимать, что не снимать. Да нет, мы на самом деле снимаем все, просто времени, как вы знаете, нам часто не хватает, потому что у нас две работы у некоторых, подготовка к марафону и, в общем, все такое. Ну, в общем, опять я жалуюсь. То по носу золотуха. Да. Но это хорошо. Движение – жизнь. Угу. Поэтому двигайтесь, и мы будем двигаться. Для вас. Да. Для себя, для вас. Больше для вас. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольце. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Дизлайк, если, естественно, не понравилось. Мы не обидимся. Мы в любом случае... Мы не обидимся, просто вас заблокируем. Да, есть такая функция. Всех в блок, да. Всех в блок. Всех хейтеров в блок. Да не, ну как бы... Не, у нас позитивных людей очень много. У каждого людя свое мнение, поэтому сами решайте. Ну лучше, если не нравится, просто не смотрите. Все. Да. Это же все просто. Зачем писать всякую шляпу? Никто мы не идеален. Как сказал древний философ Сократ, все мы во власти необъяснимого. Чужая душа потемки. Палыч, ты умный. Философ. Все. Мы вас любим. Всем пока-пока.